В Протвинском выставочном центре открылась выставка «Мастерская художника». Участники Содружества серпуховских мастеров кисти представили портреты, созданные в период с 2018 по 2021 год. Мастерская для художника – это место встречи с вдохновением, с экспериментом, с единомышленниками, с натурой и красотой. А что может быть прекраснее человека? Венца творения. А сколько разных характеров, типов, как много лиц, которые хочется зарисовать. Художники, работающие бок о бок, не испытывают недостатка в моделях для портретов. А поскольку каждый автор видит образ модели по-своему, один сеанс позирования дает миру несколько удивительно разных и непохожих портретов. Мы вместе с Надей вот как-то это все организовали пару лет назад, просто для того, чтобы мы хотели рисовать. У нас... Не пару, а 4 года уже. Да, 4. Ну, годы бегут. Да, у меня 2 года. Значит. Хотелось рисовать, потому что как-то не хватало практики. Вот, и начали с нами. Я предложил, я первый позировал. Вот, и потом потихонечку у нас разрослось это все. И вот сейчас у нас образовался коллектив. И слава Богу, и нам всем нравится, мы довольны, счастливы. Я хочу пожелать, чтобы нам всем, чтобы у нас это все продолжалось и дальше, и это все как-то нарастало по нарастающим, и пожелать нам побольше искусства в нашей жизни, побольше зрителей, чтобы мы поменьше были на работе, побольше были у станка. Мне очень приятно работать в кругу таких молодых людей. Я подзаряжаюсь от них энергией и молодостью, и поэтому для меня вот эта работа в мастерской, еще возможность писать разнообразную натуру. Я когда-то давным-давно в институте делал портрет, дипломная работа, у меня была портрет. А потом так жизнь в нашей стране сложилась, что портрет мне казалось стать ненужным. Все стали фотографироваться. А тут, здесь, когда пишешь натуру, вроде ни к чему не обязывает. Здесь не надо никому льстить, не надо угождать, и не надо даже и деньги за это получать. Поэтому пишу и пишу, да? Это работа в удовольствие. Работа в удовольствие только ради искусства и дружеского общения. В наше меркантильное время такие проекты – редкость. Их необходимо ценить и всячески поддерживать. Мы, честно говоря, сами не ожидали, да, что мы так долго продержимся. Но мы не думали. Да, не думали об этом. Просто рисовали в удовольствие со всем уважением к процессу. И через 2 года мы увидели, что действительно регулярные занятия, какое они приносят результат. Мы на первую выставку набрали работ, и вот это уже вторая за 4 года, с небольшим, я считаю, это, конечно, прекрасный результат. Так что я нас поздравляю, вас поздравляю. Надеюсь, что кто-то из вас, может быть, соблазнится нам попозировать. Светлана Куракина вручила участникам выставки благодарность от руководства отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрации города Протвино. Содружество серпуховских художников приглашает всех, кто хочет творить вместе с ними или стать моделью. Контакты мастеров можно получить в выставочном центре, посетив выставку.